Смотрите, камера в красный угол ринга. Наслаждать, если можно наслаждаться зрелищем. Вот, залетел. Настоящий бойцовский убийца. Да. Всех приветствую. Крылатое сердце, мощнейшая картина. Нас как будет? Зовут меня Андрей Андреевич. Ну давай, без вопросов. 30 лет, с города Волжского. Поэт, тренер. Немножко курьезно выглядит. Короче, покажем красивый бой. А прозвище будет Андрей Андреевич? Андрей Андреевич. Все, лады, готов? Его оппонента. Против него парень, который явно не готовился встретить такую сопротивляющуюся мощь, но хотя заряд у него отличный, давай. Всем привет, передаю привет Красногорску, родителям. Всем удачи. Прозвище какой будет? Мистер Найт. Найт? Ночной кошмар типа? Давай, поехали, чувствуй заряд. Будет смертоносным. Парни на середину. Ничего не боимся, идем вперед, деремся и слушаем мои команды. Руки пожали по углам. На мою возьми. Следующая пара Файзов-Ангочев. Готов! Готов! Поехали! Затылок внимательно. Файзов Анточев, ждем вас у ринга. Давай, давай, Андрюха! Давай, давай, Андрюха! Давай, Андрюха, давай! Стоп! На середину, в ту же позицию, внимательно. Футболку не хватаем. И амуницию не держим. Вниз, вниз. Ложись вниз. Все, все. Все хорошего понемножку. Здоровье бойцов превыше всего. Парни сами решили, кто победитель, кто проигравший. И вот она победа. Аплодисменты, аплодисменты бойцам, было жестко. Дружище, не уходи. Пару слов. Ну как тебе на песке стрелки? Почему решил закончить бой? Устал. Правильно, готовься, возвращайся, у тебя был сегодня более чем достойный оппонент. Здоровья и побед тебе. Следующая пара давай, залезает. Давай, счастливо. Куда? И давайте это наградим аплодисментами Андрея Андреевича. Андрей Андреевич, давай, что там написано? Так, друзья, смотрите, в Волжском, короче, есть ребенок, спинальная мышечная атрофия. Да. Мы ему, короче, деньги собираем. Давай. Устраиваем благотворительные пробежки. Короче, если кто-то может, помогите, там 120 миллионов надо собрать. Только 20 собрали. Вместе поможем. И еще, можно стих расскажу? Давай. Раньше силы называли. Честь, достоинство и ум. Раньше слабых защищали. Время было светлых дум. Сильно родину любили. Сильно родство берегли. Супостатов сильно били. Не боялись, а могли. Что же стало с тем народом? Что же стало с той землей? Что за правду и свободу? Вмиг вставали все горой. Подменили все заветы. Все, чем жили, берегли. Как за истину запреты и грехи преподнесли. Что же красит человека в наше время по сей день? Телефон, часы, одежда, сквернословие и лень. Сколько денег ты имеешь, несмотря каким путем зарабатывать умеешь? Хоть в борделе, хоть варьем. Честным стало быть, не модно. Сильным быть, быть дикарем. Что хотят, берут свободно. Это наш с тобой ведом. Если сердцу твоему чужды праздность и гордыня, если сбился ты с пути и ступил на путь уныния, если внемлешь ты, мой брат, родины твоей заветом, был бы я ведь только рад чувствовать тебя за это. Мы за будущее наше. Мы за русских, за детей, но и за нерусских тоже.
Мы все вместе. Нет, я не закончил. Мы за русских, за детей. Мы за предков тех, что раньше не жалели своих дней. Встанем вместе ради правды. Руку дай тому, кто пал. Не страшны нам ведь преграды. До конца мы клятву дал. Красавчик. Еще. Дайте еще 20 секунд. Только не еще один стих давай. Не-не-не. Мы все вместе, короче, должны быть. Это раз. А два. Занимайся спортом. Люби родину. Будь здоров. Кто мы? Пушка. Слава роду. Молодец, красавчик. Слава роду. Что за творческий народ на этой...